Привет, привет, мои дорогие ребят. Мне уже, ну, практически лучше. Ой, дайте сяду. Я практически, ну как лучше? Я взяла в себя в руки. Я встала и говорю, я выздоравливаю. И даже напомадила губы, естественно, привела в себя в порядок. А то идеальные. Ну вот как не говорить про них? Я не знаю, что они пишут на канале моей дочки. Я почему она удаляет. Я не вижу, не успеваю. И думаю, я сейчас поем и вам все расскажу. У меня яичница захотела. Захотела. Юль, я вас кормила, вы столько съели, а? Дочь. Вот такой сыр я заказала вчера, позавчера, по-моему, в самокате. Это для тех, кто думает, что я жру все, что не приходит ко мне сразу, и я все сжираю. Яйца тоже лежат уже долго. Вот захотела такого сырка. Нюхаю. Ну, привычка нюхать, да. Кофе развела. Заказала уже из Магнита картошечки. Хочу картошечки пюре с котлетками из курицы. Будем готовить, ребят. В часа два я выйду. У меня сейчас курица разморозится. Я вчера ее не вывалила, ну, не выложила. Разморозить с курицы и будем делать из куриной грудки. Ну, я буду делать, я не знаю, буду я вам показывать, как я это делаю. Ну, в часа два выйдем на стрим. Приходите. И будем болтать. Ну, вот так я отломлю кусочек, да? О, обалденный сыр вкусный. Штравы, да? Так вот. И будем готовить. Думаю, это просто картошку, пюре. Кофе. В общем, я заказала себе картошки, сыр, что идет в котлеты, молока, кофе. Еще пакетик кофе на кафе, смотрю, по 70 рублей. Думаю, ну, небольшой, конечно, надо брать. Потому что кофе, кофе, кофе. И, думаю, сейчас я что я хочу? Я хочу вот так вот, в общем, без майонеза. Лаваш, думаю, вдруг мы захотим с Яной шаурмы. Все у нас так, в принципе, есть. И мне сейчас Аня пишет. Идеальных, которых я блокирую. Бегут на канал Кани и пишут. Что пишут? Ну, естественно, не боже царя хорони. Так, во-первых, вы вообще не имеете права писать моему ребенку про то, какая у него мать. Это даже запрещено. Пусть даже мать алкоголичка у ребенка. Там. Но для детей мать есть мать. Сколько бы матери не было лет... Все, иди, иди, я злая. Иди, иди, Юля, потом. Сколько бы не было маме лет, сколько бы не было ребенку, мать есть мать. Ни один человек ребенку плохое матери, плохое про мать писать не должен. Не то, что писать, вообще ничего не говорить. Какая бы мать ни была. Мама, мама в законе. Поняли? Своих детей смотрите, воспитывайте. Я не знаю еще, какие у вас дети. И какая вы мать. Это мой контент. Не нравится — мимо, нахер. Все. Вот я ругаюсь, да. Нельзя во время еды ругаться. Ну или лишите меня родительских прав. Наконец-то. Хоть квартиру детям дадут. Что нет-то? Нам мало. Нам мало. А я буду вас продолжать радовать. Очень сильно радовать, не переживайте. Жрать? На. Или ты под горячую руку просто попалась. И радовать. И вилка-то не нужна. Говорите про своих матерей. Вот, пожалуйста. А то все такие хорошие. День мой.
Ну, я вам так, для контента. Создавайте каналы. Никто вас не просит не создавать канал. Пожалуйста, обучайте культуре воспитания, питания. Пожалуйста. Но очень вкусненько. А я буду вести себя так, как хочу. Жрать так хочу. А на салфетках я экономлю. Ой. В общем, я вхожу в колею, но у Яны заболело ухо. Я от горла. Нам к врачу в пятницу. Сейчас она мерит температуру. Посмотрим. Аня сегодня вызвала, ну не то что врача, а тоже температура. Аня ПЦР сдавала в понедельник, еще не готов. Ну, очень вкусно. Я кофе забыла посластить. Я одну ложку кладу. Ну ладно, но с молоком. У меня столько дел надо, и столько видео надо записать. Два точно. Поэтому потихоньку начинаю делать дела. Котята все рушат. Не знаю, сегодня, значит, точно не приедет. Значит, завтра женщина обещала за одним котенком, в пятницу за другим, в субботу за третьим. И я буду свободна. Не представляете, они все рушат. Ой, как жить, как жить? А вон снег пошел. Сейчас буду... Я посуду уже помыл, мне Яна тут со своей комнаты принесла. И кидала. Говорю, давай хотя бы стирай белье, вешай, надо расхаживаться. Лежать это не поможет. Вон занавеску опять надо стирать на кухне. В общем, все, работаем, девочки, работаем, работа есть, работа. Ну, я, может, если все нормально, я, может, и выпишусь. Я, ну, не знаю, выпишу я или нет ее. Ну, да, она ребенок. А я, может быть, и выпишусь, надо работать. И мне сейчас тоже там комментарий, типа, я лежу там плохо, голову не... А как же в интернете? Вот мне было в субботу. С субботу к вечеру прям вот так хреново. В воскресенье было хреново. Я заходила только... Я даже на дзен не могла вот там... Вот видео я смотреть не могла. У меня болели там вообще. Я телевизор-то не смотрела. Как же вы смотрите в интернете, если вам плохо? И пишите еще главный комментарий. Болезнь еще здесь, психически заложена, да? Бывает, что можно, я могу тоже валяться, могу ничего не делать, мне плохо и все. Я поделаю дела, лягу. Дела никто не отменял, да, мне никто не придет и не сделает. Поэтому все, жизнь продолжается, день продолжается, в 2 часа жду на стрим. Ну, в принципе, мне так чуть-чуть осталось. Я хотя бы вот смести полы, что у меня тут котят, лотоку поменять, убрать, забрать. Ну, в общем, вот так вот. И стирка. И посуду я уже помыла, осталась одна кастрюля. Все. И будем готовить. Курица размораживается, иду монтировать видео. В общем, я и записывать видео сегодня. Я сегодня вот так. Нашла платье, которое я уже на улице носить не буду. Оно висит, но оно так хорошо к телу. Ой, висит, ну, висит дальше фанере. Оно так хорошо к телу. Оно натуральная ткань. Ну, навряд ли я его, она, и, а покупала я его, ой, уж 100 лет назад, не знаю, лет 10 точно. Но оно качественное, дорогое. В общем, думаю, а что нет-то? Потому что я все халаты выбросила в стирку. Ну, не все, ну, а я в штанах не могу дома ходить. Ну, вот, ну, не могу. Все, давайте, все, все, опять.